Итак, что мы имеем? Мы имеем вот такой вот батл. Называется гроздь Кубани, мохито. Ну, в общем, какое-то химическое соединение, которое называется винный напиток сладкий. Ой, ну не советую его, конечно, пробовать. Я его не пробовал, так лизнул только разок. Краснодарский край, Темрюк. О, прохлада. Сейчас мы его будем выливать на землю. О. Итак, он новенький у меня из магазина. Я его не открывал еще. Покупал за 131 рубль в этом светофоре. Ну, там обычно такое пойло как раз и продают достойное. Так, вот эта срань. Тут еще она это. С первого раза еще не открывается. Так, сейчас его. О. Фу. Так. Ну что, поехали, польем деревце. Вот эту срань. Зеленая такая жидкость. Такая ужасная. Фу. Ой. Это у меня. Я купил его чисто для бутылки. Хорошая бутылочка с широким горлом. Это мне для настоек. Настойки делать. Все, пока.